Смотрите канал улицы Москвы. Мы находимся на улице Лобачка в Красносельском районе. Сейчас будем двигаться в направлении третьего кольца и Митьковской ветки, которая сейчас идет поезд как раз. В будущем еще станет частью 3 и 5 диаметров. И вроде бы как за Митьковской веткой уже район Сокольники. И Восточный административный округ. А пока что мы в ЦАО Красносельском. Так. Третье кольцо здесь уходит в тоннель. Третье кольцо уходит в тоннель. А как туда перейти? А идти надо было по противоположной стороне, да? Все, пойдем пока так, я думаю. Так, вот так вот я здесь решил перейти. Улица Лобачка переходит в Сокольники. Так, а как нам тут предлагают идти, получается? Здесь ТЦ-тройка, очень популярный у жителей окрестных районов, поскольку крупных ТЦ таких нету тут больше. И здесь и Ашан находится. Так, а вот это у нас переход под Митьковской, понимаю. Или не под Митьковской, сейчас посмотрим. А вот прямо там нельзя, да, это переход под Митьковскую ветку. Спустимся. Честно говоря, вот именно это место я не очень хорошо знаю. Сейчас. Да. Выходим сюда. Как я понимаю, мы уже в районе Сокольники. Взглянем в обратную сторону. Вот у нас железнодорожная линия. Скоро где-то здесь будет станция третьего диаметра, что, конечно, повысит доступность транспортную. Ну, вот у нас улица Лобачика продолжается. Внешняя сторона третьего кольца туда съезд.